По итогам 2020 года Цивильскому району присужден грант главы Чувашской республики. За первое место район получил 12 миллионов рублей. На что будут направлены деньги? Вода в кране, спортивная площадка, сельхозярмарка и общественный туалет в парке. Все это в качестве приза за хорошую работу. Грант главы региона. Цивильск станет еще цивильнее. 12 миллионов рублей на самое нужное и приятное для горожан. Первое – это, конечно, водоснабжение. Вода – это жизнь. Вопрос вообще водоснабжения стоит на повестке сегодня во всей республике. Сети изношены многолетние. Мы направляем чуть более 5 миллионов средств гранта на реконструкцию участка водоснабжения Рынинского водозабора. Почти половину гранта выделили на обустройство площадки в микрорайоне Южный-1. 5 миллионов 260 тысяч рублей уйдет на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Проект после общественного обсуждения. В молодом микрорайоне молодые жители, многодетные семьи. Подарок для всех сразу. Если за 2 недели, к 15 августа, мы в лучшем случае подготовим площадку, а к 1 сентября, к началу учебного года, пусть даже к 15 сентября мы поставим в этот комплекс, это будет очень хороший подарок городу. 1 миллион рублей. Именно столько выделяют на строительство общественных туалетов в Александровском парке. Старые пластиковые МЭЖО заменят специальный комплекс. Тепло, светло и приятно пахнет. На оставшиеся 60 тысяч соорудят площадку для торговли местными овощами и фруктами. Выделение гранта это осуществляется по целевому направлению. Все деньги будут на контроле администрации выполнения проектов по использованию денежных средств гранта. Сейчас все проекты на стадии разработки, но завершить их планируют в самое ближайшее время. Анна Сентовская, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика, Цивильский район.